Крупнейшие города Франции охвачены многотысячными митингами. Их участники требуют гарантировать занятость и повысить зарплаты. В Париже митингуют сотрудники национального авиаперевозчика Air France, который выступает против плана по сокращению почти 3000 рабочих мест. Наравне с транспарантами они подняли над колонной форменную рубашку, сорванную ранее с одного из менеджеров, когда он пытался скрыться от разъяренной толпы. Уже несколько дней бастуют и уборщики. Около 200 самых активных дворников ворвались в здание одного из муниципалитетов, требуя увеличить зарплату на 70 евро. Городские власти согласны добавить ровно половину, 35 и ни цента больше. Чем быстрее в мэрии пойдут на наши условия, тем быстрее мы вернемся к работе. Городские власти тратят миллионы из бюджета на выплаты частным фирмам и не могут прибавить каких-то 70 евро муниципальным работникам. Это какой-то абсурд. А в Польше на митинги вышли тысячи полицейских, пожарных, пограничников и работников таможни. Они также потребовали повысить зарплаты и улучшить условия труда, напомнив властям о планах разместить на территории страны несколько тысяч нелегальных мигрантов.